Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас я сижу и жду Bubble Tea и жду одного человечка, потому что сегодня мы едем в Калугу. Взяла Bubble Tea-шку, поедем с кайфом. Смотри. Bubble Tea. Мы идем. У нас вообще нет плана, мы не знаем, что мы будем орать, мы не знаем, что мы будем есть. Можно бутики сделать. Мы едем на 1.5 дня. Мы в жизни-то не едим столько. Смотрите, такие белые. Контент для девочек. Арендовали car. Это вот это? Нет? Нет, но... Я смотрю, такая крутая машина. Это что, она белая? Да. Ты же говорил, черная. Бывает. Нормально, что? Нормально. Ля-ля. Это не наше? Тут есть выемка для телефона. Мчим по Москве-Сити. Крутим рулем. Контент для девочек. Мне стресс. Мне надо послушать карманы. Я не могу. Эти русские дороги, это что-то. Московские дороги. Нифига не работает навигатор. Я нервничаю. После каждого поворота у меня вот так. Потому что мы уже 2 раза поехали не туда. Постояли 2 раза в пробке. Сейчас вроде выехали. Но это пипец. Это такой стресс. Мы едем уже 2 часа. И мы все еще в Москве. Потому что мы просто петляем и круги наворачиваем. По дороге! Люди, как я гнал. Вот так. Понял. Ой, смотри. Там Макдональдс. И в этот момент она отвечает. Она решила натанцеваться с ним. Это полная пиздя у Чикирау, ребята. Мы должны были ехать 3.5 часа, но из-за пробок мы едем уже 5 часов, и нам ехать еще 2 часа. И получается, мы будем 7 часов ехать до Калуги. Чё так долго? Что еще раз? Она из Китая? Она очень популярна в Китае. Вы слышали? Короче, дела обстоят так. Мы свернули не на ту дорогу и попали в еще одну большую пробку. И нам ехать еще 3 часа. Время 22:49. Охуенно! Ребята, мы в хорроре. Это вот буквально кадр из ужастика. Не дай боже, кто-то вылезет. Я тут умру на месте. Что с нашей жизнью вообще происходит? Ты понимаешь? Я просто хотела на дачу. Успокойся. Я в ахуе, ребята, я в ахуе. Пипец, и куда мы едем? Она точно должна так выглядеть? Чуваки, это полный пиздец. Мы застряли в лесу. Мы типа въехали куда-то, и все. И у нас машина не едет. Я сейчас буду очень сильно переживать. Очень-очень сильно. Пойду помогать. Мы выбрались и нашли правильную дорогу. Надеюсь, что это правильная дорога. Выглядит очень небезопасно. На часах 2:30.
Мы должны были за 3,5 часа доехать. Вот квест в реальности. Ситуация следующая. Мы не можем позвонить. У нас тут не ловит сеть. И мы не можем заселиться. Теперь мы заехали на реку. Я устала. У меня сейчас истерика начнется. Я сейчас начну, буду долбиться башкой о пол. Ёбаный. Яндекс навигатор, сука. Сказал через лес идти, нихуя нету. Где, блядь, тропинка нахуй? Сука. Мой уровень тревожности, у меня руки трясутся. То ли потому, что холодно, то ли потому, что я что-то в шоке от сегодняшнего дня максимально. Я прям негодуема. Только за одну поездку столько стресса, пипец. Мы в общей сумме потратили 7 часов из-за пробок. Ребята, ну вы гляньте. Это туман над рекой. Ну пипец, теперь новые испытания. Ну тут есть раз, стульчик, два, три. Еда у нас есть. Обзорчик. Такая прям крошечная, милая. Вы гляньте, вообще мило. У нас тут даже камин есть. И диван. Кровать. Милая. О, тут даже... Это окно? Что это? Это окно. Оляк? Мне кажется, у тебя ноги не поместятся сюда. Кто-то будет спать с поджатыми коленками. Или на диване, да? Чё, ты? Выгоню. Теперь ванная комната. Ну, нормуль. Ничего так. Ну-ка. Pinterest? Pinterest. Удобно смотреть. В туалетик сходил. В окошко поглядел. Чуваки, тут есть макароны. Соль, крупа всякая. Нифига себе. Скорее всего, от других жильцов осталось. Ну как? Есть! Вообще орусел. Вы посмотрите. Вот классический батя. Торт и пивас. И на балкончик посидеть, кайфануть. Кайф. Why so comfortable? Am I dead? Ну, по факту, я уже умер. Почему? Это просто твоя imagination. Да пошёл ты! The next day. Good morning. У нас очень много мух. Мы нашли штуку. Сейчас надо будет как-нибудь поесть. Ну ладно. Я не придумала ничего лучше этого. Ля-ля. Доброе утро. Что же нам еще посмотреть, да? У нас либо беременна в 16, либо Спанч Боб. О, господи. О. Я просто смотрю, как тебе прям смешно с этих шут. Ну, красота. Выход к речке. Окей. Ну, вообще. Тут очень много слепней летает. Забыла я уже, что такое настоящая деревня. Не забудешь.
Ну как тебе? Что за хрень? Вот такого вот я хочу. Чтобы были и танцы, и песни, и конкурсы. Чтобы это вообще на всю жизнь запомнить. Да. Хорошо. Смотрите, что у нас есть на территории. Это все наша территория. Два. Все? Здесь везде слепни. Они летают. Их очень-очень много. Вот, чуваки чилят. Мы скоро тоже будем. О, смотри, там как красиво. Ты где? А куда она? Маленькая. Ой-ой. Ты что ее трогаешь? Нас задрали эти комары, эти шмели и всякая нечисть, поэтому мы сели в машину, сейчас попробуем найти пляж, который тут есть. Тут какая-то аномалия. Мы приехали к какому-то пляжу, там даже... А это просто пруд какой-то. Тут, оказывается, есть еще кафе. И тут вообще пипец. Там лютые мухи, непонятно что, они размером вот такого. Мы постояли, решили, что оно нам не нужно. И мы пойдем шашлыки стучить. Смотри, прям около... Вон! Киборг-убийца! Мы сейчас будем делать шашлычки. Я уже сделала шампура. И сейчас мужчина делает костер. Мужчина, ну что получается? Арамёнчик, сангипсай, шашлык. Ты в ютубе что завел? Да. Чуваки, у меня получилось первый раз в жизни. Это все я, да. Это я. Готовит. Сейчас мы будем кушать. Приятного аппетита. Сангипсай, походу. Life is so dangerous. The next day. Вчера было весело, сегодня убираем последствия. Счастливые. Теперь нам ехать 5 часов. Йо-ху! Все, сейчас уже поедем. Очень жарко, может. Бляха! Слепень, убери его, убери. Все, он улетел. Едем домой. Сейчас будет очень долгая поездка. Я не знаю, где мы сейчас, мы просто заехали в какое-то место за продуктами, потому что хочется мороженого. Вот. И так круто, что ты взрослый, когда едешь на машине, сам решаешь, где останавливаться, когда, почему. Вот такой у нас щербетик. Я хотела еще прикольные конфеты какие-то, вот деревенские есть же, которых нет в других городах, в Москве там и так далее. А тут только вот такие, и они какие-то острые, попробуем. Да. Пробуем конфетки. Мне не остро? Я чуть не сдохла. А тут нет. Да, другое. Вот. Это очень остро. А потом сладенько. Сдали машину и теперь
из богатой, роскошной жизни возвращаемся в свое обычное времяпровождение. Идем на метро. Да.